Rainbow English, рабочая тетрадь, пятый класс. Юнит, давайте смотреть, это у нас четвертый, 72-я страница и упражнение 16. Нам нужно соотнести вопросы, questions, их 8, с ответами. Так, давайте смотреть сразу, да, тоже 8, потому что бывают задания с лишними, но здесь все должно подходить. Рядом я просто буду ответы писать. Читаем, переводим. Are budgies easy to keep? Легко ли содержать волнистых попугаев? Так, вот я думаю, как бы вам лучше сделать. Давайте, может быть, мы сразу ответы все переведем, а потом будем подставлять, то есть вы уже будете знать, о чем речь. They are small animals, white, red or brown. They are friendly and make good pets. Они маленькие животные, белые, не красные. Здесь не путаем. Слово red имеет также перевод рыжий. То есть в отношении домашних животных вы вряд ли кого-то красными назовете, поэтому рыжие или коричневые. Они дружелюбные и, ну, давайте так скажем, хорошо подходят в качестве домашних животных. Это первый был у нас вариант. Второе. A bowl, a place to sleep and some food for young dogs. Миска, место, чтобы поспать, и еда для молодых собак. C. There are two of them under this name. Под этим названием, я с конца лучше переведу, под этим названием их два. Посмотрим там, о чем речь. D. Короткий ответ. Yes, they are. То есть просто можно сказать «да». A lot of people have them. У многих людей они есть. И. I think he's a juggler or an acrobat. Я думаю, он жонглер или акробат. F. In the circus. В цирке. G. Grass and some seeds, I think. Трава и семена или зернышки, я так думаю. И H. Certainly, she watches everything new in our theater. Конечно, она смотрит все новое в нашем театре. То есть теперь вы примерно ориентируетесь, какие ответы, и будем подбирать, что подойдет к нашим вопросам. Итак, первый, напомню, был «Легко ли содержать волнистых попугайчиков?» Ну, как вы помните, у нас там про зернышки. Давайте найдем эти зернышки. Так, вот, трава. Нет, зернышки, наверное, не оно. Так, секунду. Так, это у нас вот это получается C короткий, ой, D, sorry. D короткий ответ. Yes, they are. Это коротко просто мы ответили, да. Легко ли содержать их? Да. А потом объясняют почему. В смысле, даже не почему, а объясняют, что многие люди их имеют. A lot of people have them. Поэтому давайте сюда ставим. Так, сюда мы ставим D. А наши D давайте мы вычеркиваем, чтобы нам легче было, потом не отвлекались. Второе. What do you feed your rabbits with? Чем вы кормите ваших кроликов? Так, чем мы кормим? Я вот все думаю, неужели это вот трава все-таки? Да, наверное, вот трава с зернышками. Ну, давайте смотрим. Так, вычеркиваем. И ставим сюда, получается, G. То есть кормят травой и какими-то семенами, зернышками. Так, плохо нам тут видно. Сейчас, секунду. Вот сюда давайте. G. Все равно упал. Ну, да ладно. Третье. Is Rita a true theatergoer? А Рита настоящий театрал? И вот у нас идет последнее. Certainly, то есть, конечно же, она смотрит все новое в нашем театре. Вычеркиваем наш H и ставим в третий ответ H. А Кармен, is Carmen an opera or a ballet? Так, Кармен, опера или балет? И ответ вот здесь, смотрите, был, что под этим названием существует два из них, ну, то есть и опера, и балет, поэтому сюда мы ставим C, и C у нас тоже вычеркиваем. Далее следует... Так, стоп, C, мы чего-то, оно у нас съехало. Давайте мы его, наверное, уберем отсюда. Все-таки
все-таки повыше его попробуем. Так, вот так. Ах, съезжает. Так, давайте я тогда ничего тут лучше не буду. Или повыше просто сделаю. О, идеально. Пятый. What are guinea pigs like? Это значит, а какие морские свинки? То есть, на что они похожи, скажем так. И вот начинают их, вот это как раз и описывать. Они маленькие, белые, рыжие или коричневые и так далее. Поэтому у нас получается про морских свинок это A. Теперь вычеркиваем наш A. Отлично, он еще нам выравнивает. Далее у нас идет шестой. Where can I see trained animals? А где я могу увидеть дрессированных животных? А увидеть он их может. Вот у нас три варианта осталось. Вот он наш in the circus, то есть в цирке. Ставим у нас возле шестого получается F. Седьмой. What does a puppy need? А что нужно щенку? Что нужно щенку? Нам рассказывают, что ему нужна миска, место, чтобы поспать, немного еды. Это у нас получается B. В седьмом вычеркиваем. И остается единственный вариант. Это И. Я думаю, он акробат или жонглер или акробат. Это последний. Кто выходит на, так, на арену? Да? В нашем случае не ринг, а в нашем случае арена. И получается, что восьмерочка у нас это И. Все вот так должно получиться.